Здорово, доброе утро всем. Хотя уже не утро, уже без 15:02 где-то. Обед заканчивается уже, а я только проснулся. В общем, я не смог встать на работу. Только очухиваюсь. Ну что ж, надо вставать и начинать свой новый день. Сегодня суббота, сегодня наши играют. Ну и чё? Что-то я ничего не понял. Свет погас, ведь солнце зашло. Мне кажется, более грустным фактом, если человек сознательно старается не думать, что когда-нибудь ему придется здесь все оставить, так сказать, специально вводит свой ум в забвение. Уйду навсегда, я верил тебе, а сейчас я верю судьбе. Свет погас, газ, газ, нам дали газ. В деревню пошел. Что-то помочь там надо. Гамбургер хоть поесть. Булочку заточить. Местного производства. Вкусно. Вот, мама не идет. Ну я иду. Худющий. Что не худющий? Ешь у дома-то приходи, у нас же есть еда. Это ты где купил вот это говно? Хомутово. Да не покупай ты там ничего. Есть котлеты, есть котлеты жареные. Котлеты я сам вчера жарил. Так что сейчас будешь там это косить. Что косить? Дудки какие-то эти, палки мне надо скосить. Что, что ли? Не знаю, ну ты сейчас просто что там есть. Ну ладно. Угу. Ну ладно, разберемся. Что там елки вырастут, Новый год будем праздновать. Скосил всю траву ненужную. Трубки-то тут белые.
чтобы не разрастались по огороду. Ну, в общем, все. Пойду поем. Пошел обратно в поселок. Дождь закапал, что погодка не ахти. Серая. Уэль, Словакия, 2-1. Фу. Еле успел в магазин. У нас алкоголь до 9. Ну а на Россию-то надо было пивка взять. 58 минут прилетел. Пока досматривал этот Уэль, Словакия. Чик. О. Что-то освещение какое-то плохое. Ужас. Так, что там? Я сегодня смонтировал первый выпуск влога. И вот сейчас я его, наверное, выложу. Ну да. Вот так, опубликовать. Опубликую сейчас. Котлетки, игра в 300. Идем болеть за наших. А, сборная России по футболу. Мы верим, надеемся в вас. Акинфеев не сантехник, вы лучше. Все встают. Давай! Все встают. Пришел я домой уже, мы смотрели футбол, все отметили уже. Наши, конечно, молодцы, забили гол. 1-1 сравняли, это ничья, вообще сравнимая с победой просто. Первые матчи и с англичанами, с родоначальниками футбола. Продрявили этого Харта, Глушаков на его счету записан мяч, вообще просто молодцы. Как мы болели, у меня даже голос соран, как вы слышите, немножко было, когда все-таки этот гол забит. Я не помню, на какой минуте в конце, там уже в добавленное время, но как это все было. Да. Акинфеев хоть и допустил ошибочку на этом штрафном, но все-таки сколько он выручил, как он выручал. Сколько писали в интернете мемы, ВКонтакте, картинки, все слухи ржали над ним, там большая российская дыра и все прочее. Но все-таки Игорек молодец, сегодня он молодец был мужиком. Все молодцы. Все. Вот все. Вот Щенников, правда, меня не порадовал. Вот много он как-то ошибался и косячил временами. Но все-таки команда, главная команда, командный дух. Ох, вообще классно. Только Россия. Так что вот так вот. Ну а сейчас мне пора уже ложиться спать. Время... 1:22. Ой, завтра воскресенье, сегодня уже. Так что можно выспаться снова. На работу-то не надо. Так что увидимся в следующих видео.
будут другие матчи, будем смотреть, болеть, переживать. Со словаками посмотреть не удастся, я буду на работе, к сожалению. Но с Уэльсом 20 числа мы увидимся. Обязательно увидимся. На том же месте, в то же время. Да, в то же время. И здесь же, на этом же канале. Это был Неважный влог. Меня зовут Кирилл Неважный. Всем пока, спокойной ночи.